Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Сегодня я для вас хочу приготовить очень вкусное и необычное варенье с апельсином и лимоном. Готовится легко и просто. Итак, смотрим. Только что я собрал с грядки вот такую вот клубнику. Очень вкусная, свежая, ароматная, запах просто потрясающий. И вот из этой вот клубники я хочу приготовить для вас очень вкусное варенье. Все, оторвал я всю зелень с клубники, хорошенько промыл ее дважды. И теперь я ее откинул на дуршлаг, чтобы вода вся лишняя с нее стекла. Пересыпал я клубнику в кастрюлю, в которой я потом буду варить варенье, чтобы ее лишний раз потом не тревожить. Клубники у меня здесь ровно 1 килограмм, и ровно 1 килограмм я добавляю к ней сахар. И сейчас у меня уже вечер, эту кастрюлю я оставляю при комнатной температуре на ночь. Прошла у меня ночь, клубника дала свой сок, и вот так вот выглядит она у меня сейчас. Я ее сейчас хорошенько перемешаю, так как внизу сахар, и потом покажу, что я добавлю. Значит, здесь у меня один апельсин, ровно 250 грамм, и половинка лимона, 80 грамм. И буду я с этих цитрусовых выжимать сок. Вот столько сок у меня получилось с одного апельсина из половинки лимона. И теперь этот сок заливаю прям в клубнику. И эту кастрюлю я теперь отправляю на огонь и на сильном огне начинаю готовить варенье. Все варенье у меня закипело на сильном огне. И как видите, у меня слишком много пены. И теперь я эту пену, конечно же, уберу. И как только уберу я пену, огонь я чуть уменьшу. И буду варить ровно 5 минут. Прошло у меня 5 минут, и варенье у меня готово. И теперь я его перекладываю в банку. По банке. Банку я простерилизовал на паровой бане. Также простерилизовал с крышки. И также я обдал кипятком всю посуду, которой я пользуюсь. И заполняем банку этим замечательным и вкусным вареньем до самого верха. И закручиваем потом крышкой железной. Все, закатал я крышкой, и теперь я оставляю это варенье при комнатной температуре до полного остывания. А потом убираем в прохладное место. Достаем зимой и наслаждаемся очень вкусным вареньем. Апельсин и лимон придали этому варенью необычайный, очень хороший вкус. Готовьте на здоровье, приятного всем аппетита. Всем пока-пока.